Приветствую вас всех на моем канале. И вот пришла мне сейчас такая вот мысль из потока. Взять колоду Таро Манара. Колода особенная. Колода как раз, которая очень глубоко смотрит отношения. Изъяны в отношениях. Знаете, у нее фишка такая. Смотрите, изъяны в отношениях. И давайте наверняка у кого-то запрос посмотрим, что вы друг другу не додали. Что вы друг другу загадывайте, пока я тасую, не забудьте подписаться, что вы друг другу не додали. Это может быть и имеющиеся отношения, это могут быть и прошлые отношения. Кто первый пришел на ум, тот и просит у вас посмотреть этот расклад. Что вы друг другу не додали в этих отношениях, либо не додаете сейчас. Не знаю, по шестерке воды, смотрите, какая карта выпадает. Вы не додали чувственной любви. То есть по этой карте я хочу сказать, что вы не были искренны в своих желаниях донести до партнера, что вы хотите в интиме. Еще что вы не додали? А вы не могли додавать друг другу, потому что у вас не хватало ресурса, не хватало силы какой-то внутренней донести до партнера, что же вы истинно хотите от этих отношений, что же вы истинно хотите и от интима тоже. Стеснялись и не доверяли. Ребят, это самая крутая, в кавычках, конечно, крутая, самая хреновая вот в отношениях, когда люди ждут от партнера, что он догадается, что вы хотите. А вот ротом сказать не суждено, подумайте об этом. Это очень серьезная проблема многих, очень крутая проблема у многих в отношениях. Смотрите, каждый ждал по шестерке земли, да, от партнера какой-то щедрости, щедрости на чувства, щедрости на ресурс, щедрости на понимание, да, щедрости на считывание, да, какой-то вот ждали друг от друга. И вот этого как раз вы друг другу и не додали. Вы играли в молчанку. Вы играли в догадайся, мол, сама. Не додали истинных друг другу мужских и женских энергий по карте императора. Смотрите, здесь император стоит, а его женщина, она императрица, да, она преклоняется перед ним. И тут каждый на своем месте. Это не значит, что он ей повелевает. Это значит, что она дает ему что-то свое по-женски, а он ей дает что-то свое по-мужски. И у них гармония. У вас не было гармонии ни на духовном плане, ни на материальном, ни на физическом, так скажем. И вот к этому вам нужно стремиться сейчас. Я надеюсь, я вам помогла. Некоторым рекомендую пересмотреть расклад, дабы глубже понять то, что я хочу до вас донести. А личный расклад вы можете заказать по номеру телефона WhatsApp через сообщение, которое указано в описании к этому видео.